Данным законом предусмотрен полный переход на электронные закупки как единым дистрибьютором нашим ТО СК «Фармация», так и другими медицинскими организациями. На сегодняшний день в тестовом режиме в пилоте мы уже запустили закуп на 2019 год единым дистрибьютором. Площадкой является портал электронных закупок Министерства финансов. Что это дало нам? Во-первых, снижение коррупционных рисков. То есть сейчас отсутствует контакт с потенциальными поставщиками и членами тендерной комиссии. Все проходит в онлайн-режиме, все в электронном формате. Снизилась нагрузка на поставщиков в плане предоставления документации в виде огромных бумажных пакетов, потому что раньше это было несколько томов, а сейчас это все в электронном формате отслеживается, просматривается. Кроме того, сам аукцион ранее мы проводили очно со всеми, это занимало от 3 до 5 дней, достаточно длительно и требовалось присутствие всех и членов тендерной комиссии, и тех, кто участвует в закупках. Сейчас это все проходит в онлайн-формате, в электронном, мы даже настолько не отвлекаемся от работы. И в целом это позволит и снизить все риски, это прозрачность. То есть вот данным законом у нас практически все перейдут на электронный закуп.